мы сегодня пришли на выставку котиков. Так что сегодня будет интересно, покажу и котиков, и то, что нам понравилось, и разные корма. Смотри, какой красавчик сидит. Это первый, которого мы увидели. А вот смотри, какие рыжики. Ух ты! Тоже идет продажа. Можно и посмотреть, и купить. И погладить даже можно. Ей нравится. Так, ты смотри, какая косюля. Ой, а здесь какие прямо разноцветные. Белые, и черные, и рыжие. Красавчики. Да? Майкунчик такой красивый. Не, не надо, они взрослые. Это вот есть детки. Смотри, какие детвора. Две сестрички идут перед... Деван выходит на поверхность, смотри, какой. Такой сообразительный, сразу хочет на улицу. Очень красивые, смотри, какие на инопланетян похожи. Глаза такие вообще супер. Я взяла контакты, ах, как играют. Я люблю игривых котиков, прекрасных. Смотри, какие игривые красавчики, да? А вон она рыженькая, это, наверное, мама их. Очень красивая. Такие я люблю. Смотри, у нее такая тоже черепашья какая-то окраска, американская, короткошерстная. Мордочка совсем другая. Вон, видишь, какая мордочка? Засыпает на ходу. Она герой, посмотри, вот это вид знака ее. Ведь мы же еще только зашли. Нам понравится, еще может быть что-то. Смотри, какие они прямо как писы лежат, настоящие, да? Выглядят как писы. Ой, какая красивая. Это же мамулька, наверное, такая. Нет, красивая. Это девочка, то, а длинношерстный сокольчик. Ой, тигр сидит недовольный. Это, наверное, папашечка такой красивый. Нет, пишут, что здесь есть продажи майкуна. А вон какая красота. Сейчас переходим к ним. Они такие красивые рыськи прям, да? Ушки у них как у рысей. Давай, скажи. А мне нравится такая сильная, видишь, вальяжная, такие спокойные. Дома не будет не делать никаких пакостей. Эти деваны такие грустные сидят, смотри. Я люблю таких котов, вот таких с характером. И да? И ты с характером симпатичные. А вот какие, все в шубах. Они ж мерзнут, их надо всех, видишь, одевать тепленько. Смотри, какое у него выражение лица прикольное. Канадский сфинкс. А это я ошиблась. Канадский свинок. А это вот смотри, какая красота. Очень красивая. Мерзнут. Посмотри, сколько у них медалей легких. Посмотри, это какая, видишь, порода необычная. Ну, тоже корниши. Красавчики какие. А по сколько месяца вашим котятам вот этим? Смешными. Они, Лёва, говорят, храпят, когда спят. Ты знаешь? Нет, так как... Интересные. Но они прикольно выглядят. Это какой-то кот-герой, пушистый. Боже, какой. А что это за порода? Не, извините, как? Когда с тобой устроимся, ты знаешь где, приедем за котом. Где Сёша? Хочешь сфоткать? Такие красивые, беленькие, с голубыми глазками, прям нежные, да? Да. Да. Вчера я кричала на всю выставку. Курор тут был у нас. Да. Он вчера тримался. Да. Красавчик. Давайте его поставлю. А как называется эта порода? Манчкин. Манчкин? Да. Угу. Я первый раз про это хочу. Боже, это вид гарный. За 1000 евро он стоит. 1000 долларов. Расходы у кота. Вот цей чуть. Котятки красивые. Нет, хитрый мордахой, да, которого я держала. Даже да. Покупают. Видишь, здесь да. Они уже пописали пока. А можно мы посмотрим на них обоих? Конечно. Красивый глазастый кот. Смотри, какой. Черненькие такие, пушистики, да? Их вообще не видно глаз. Смотри, он свои прямо этой легкой кормушки. Значит, обычно пушечки трехцветные. Британцы, да? Видишь, какой интересный окрас. Все, вон, смотри, как, с какими медалями. Идут продажи, хотят. Дуже, до речи, ласкавый. Вот такой вот котик, а 7 месяцев ему, да? 7. Отдают за 300 кастрованный, кстати, евро, кастрированный. Очень красивый. И вот такие, смотри, они есть и подороже, по 500. Говорят, очень хорошая сухая порода. Майкунчики, смотри, какие у них. Как у человека мордашки, да? Сейчас еще запорожье, еще китай. Майкун, да? Так, да. А какая цена котят? 800. Всех раз. Прям родная.
Ну какой он прям растаял, что ты его трогаешь. Ты посмотри, лагерный ты. Все, хочет уже с тобой жить. Так, мы в ринге, где судят котят. Смотри, вот здесь вот медали котят. И показывает судья котенка и его оценивает. Посмотри, как кожу, ну, мех оценивает, его поведение, его морду, как выглядят его глазки. Видишь, и вот они все сидят, так понимаю, что это коты одной породы. И вот они все рассматривают. Сколько зрителей, посмотри. Эти такие в шубах теплых сидят. Прикольные какие. Очень много. Майкуна здесь. Смотри, какие красивые. Курниша самая грациозная. Смотри, какие у него лапки красивые. Какой он красавчик. Не боится, общительный такой. Так, кстати, с Харькова котиков привезли. А, о, вы вернулись. Обожаю вот этих котов. Ну, вот это вот такая вот она. Ну, вот это вот, да, чем я тебя. Она флегматика, это ее можно пеленать, и она так. Красивая бандера. Да. Вот животное. Так, а этот котик сколько месяцев? 8 месяцев. 8 месяцев. Очень красивый. Очень. Сейчас он тоже спал. Тоже ласковый, он стал каким-то тоже героем выставки. Прям замечательный. Смотри, они между собой прям дружат, да? Они у вас, да, вместе живут? Вместе, да, живут. Я, ну, как бы вместе, у меня и это, и котята, и все вместе. Общительная кошка, вот это, да, вообще, да, обалденная. Да, да. Не, он тоже. Не, вот это даже мне гордо нравится. У него стрела такая. Он второе место среди котов. Боже, шикардос, да? Я прям, да, сняла это всю красоту эту. Очень-очень красивая. Ножки расставил и не стоит такой уже. Боится, а что? Это тоже стресс. А здесь посмотри, какие домики, какие лазалки для котиков продаются. И магазинчик, вот смотри, все, что нужно для животных, расчески, не только для котиков, так понимаю, для собачек тоже. Все по уходу за животными здесь. И мы выходим с выставки. Вот такой у нас был приятный поход на выставку котикам. Взяли контакты, будем думать, что купить.